Здравствуйте, все любители кровавого фарша! Сейчас мы будем играть с вами в очень садистскую игру под названием Manhunt. Прошу прощения, друзья. Так, начать новую игру, все. Подтвердить. Так, выбираем обычный фетиш. Так. Ну! Так, это мы смотреть не будем. Кому надо, тот, пожалуйста, сам пускай смотрит. Так. Короче, блядь, там один сумасшедший режиссер хочет снять фильм, короче, выпустил этого, блядь, сумасшедшего ублюдка, и, короче, он должен убивать ублюдков себе подобных, вот. Вот такая вот игра интересная, понимаете, вот. Ну, такой вот человек сумасшедший, понимаете, вот. Сейчас мы разберемся и в технике, и все, как дубасить, отрезать, расчленять и тому подобное. Так. Так. Следите, это понятно. Так, бегим. Так, можете вот эту все, что убрать, да. Так. У нас есть пакет, чтобы придушить свою жертву. Вот. Тут есть три уровня. Три уровня убийства. Понимаете? Три уровня. Первый обычный, второй средний и третий, конечно же, кровавый. Который мы будем стараться постоянно с вами использовать. Так, нам подсказывают. Правая или левая кнопка мышка зажимает. Чем дольше мы ее держим, чем кровожаднее будет казнь. Это все понятно. Так. Нам сейчас посмотрим. Давай. Блять, чекай, давай, Так, все. Замочили, все, беги, быстрее, блять, сука, сейчас засветимся. Так. Все, взяли пакет, все, побежали. Так. Тут есть еще один фокус. Например, спрятаться в тени. Чтобы охотники нас не заметили. Вот. Ну давай, мы это уже все знаем, давай быстрее. Так. Так, сюда идет охотник. Да тихо, разошелся. Так. Сейчас сердце остановится, блядь, если он повернется, если сзади подойдет, повернется, это ж пиздец. Так, давай, не поворачивайся только, пожалуйста. Так. Второго замочили, так. Так, бегим, не идем, а бегим, так. Это здоровочка восполняет 50% наших ХП с вами. Так, сейчас мы его обязательно подберем, так. Блять. Так, сейчас будет пизделка, как по сценарию, мы ж фильм снимаем, так. Да, у меня есть яйца. Так, надо разогреться только, блядь. Сука. Ну давай, так. Так, давайте. Правой кнопкой мышки более мощная. Так, подзабыл все. Спасибо, что напомнили. Спасибо. Спасибо и перевели всю эту хуету. Так.
Так, давайте уже пиздиться. Ой, сука, блин, Да, блядь, сука, ты что, блядь, сука? Блоки еще ставишь, сука? Что ты, блядь, сдаешься? Нихуя не получится. На, блядь, сука, получи. По яйцам, да. Так ему и надо, этому козлу, блядь. Ух! Так, там, где кассеты, это сохранение. Понятно. Так, бегим. Все. Сохранить. Так, нажмите Enter для призыва. Так, игра успешно сохранена. Подтвердить. Все, сохранились. Мало ли что там. Так. Осколок стекла у нас. Ага. И там кто-то шагает. Давай-ка, блядь. Тут если стучать, можно привлечь внимание к шуму. Давай. Блядь! Сука! Какого хуя ты повернулся, блядь, сука! Надо убегать, блядь, отсюда! Сука, блядь! Пидорас этот ебаный повернулся, так. Ой, блядь, у меня чуть сердце не стало, когда он повернулся, блядь, у меня чуть сердце не остановилось, ей-богу, блядь. Я хотел кровавое убийство сделать, сейчас я его сделаю, наконец-то, блядь, сука. Вот в глаза тебе, сука, блядь, чтоб ты, сука, не поворачивался никогда в жизни. Козлина, блядь, так, ебучая, так. Так, что там у нас? Что тут? Никого, да? Ну да, вроде никого, да. Так, что тут? Ух, сколько, блядь, сука, их тут, нахуй. Как-то вымать их тут надо, блядь. Сука, блядь, сейчас мы их выманим. Так, сейчас мы их выманим. Давай начнем, давай, блядь, режь этих свиней, сука, блядь. Потроши им кишки, отрежь им яйца, блядь. Мозги им, сука, нахуй. Вскрывай, блядь, черепа, все, нахуй. Ой, блядь, сука, меня засекли. Ой, блядь, как некрасиво получилось. Ой, как некрасиво, сука, блядь. Придется его, сука, блядь, сука, но хули ты, блядь, сука, мне всю грудь исполчил. Так. А, еще второй! Блядь! Вы что, охуели, блядь? Здесь, нахуй! Так. Блядь, игра очень сложная. Они все такие чуткие, блядь. И такие все проворные, блядь. Хуй их наебёшь, блядь, этих козлов. Оп, вот, на тебя! Да, блядь, сука, ещё раз! Получил? Козлина, блядь. Не вздумайте больше поворачиваться, блядь. У меня же, блядь, оружия нету. Блядь, еще это мусорка. Только внимание привлекает, сука. Да нет у меня, нету. Я испарился, блядь. Все, нет у меня, блядь. Сука, все. Так, нет у меня. Нету. Блядь, и оружия тоже нету, блядь. Вы охуели, я что, блядь, сука? Почему кулаками нельзя взять, сука, блядь? И по зубам, нахуй. Въебать, нахуй, раз. Хотя нет, зубы же, они ж спереди находятся, что я говорю, блядь. Ну не знаю, там, блядь, кулаком по черепу, как въебать, сука, и все, нахуй, так. Надо оружие искать, так. Блядь, мусорки, сука, вот, блядь. Они же такие чуткие все, блядь. Надо шепотом разговаривать. Потому что я кричу, они меня слышат, надо шепотом, блядь, я уже охрипу. Да, блядь, он опять сюда идет, он охуел, что ли. Сука, блядь. Видишь, какие, блядь, кантоны, сука. Сука, блядь, он у него вообще ничего нет. Тихо, не поворачивайся. Только...
не поворачивайся. Блять, да при чем тут, у меня ж, блять, оружия никакого нету, блядь. Что, охуели, что ли? Ну пускай он уйдет, я, блядь. Сейчас посмотрим, куда он. Так. Да, затянулось наше прохождение. Ай, да ну его нахуй, все, кино не будет, электричество кончилось, все, всем пока, до свидания.